Тетя угостила тебя сырком. Что надо сказать? В глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра. А значит, вся жизнь – обман. Хорошо, конечно, что все уже позади и все целые, но богиня, наверное, там волнуется. Думаю, нам нужно вернуться поскорее. Да не парься, она сама скоро прикатится. Это... Чего? Чё, серьёзно? Белл! Ладно, я так понимаю, тут скоро порнуха начнется, поэтому закончим побыстрее. Аниме, девочки. Ну и чё? Я плакала в темноте 40 минут. Главная победа! Да пошел ты нахуй! Ну что ж, это было подло, нечестно и жестоко, но меня такое возбуждает, так что поражение принимаю, господин. Я еще одна ебанутая в гарем. Но вообще-то в этом плане я как все. Чё? В натуре? Откуда я-то знаю? Мне 11. Да. Ой, братик, что это? Я не буду такой носить. С чего ты взяла, что это для тебя?
Дед, пусти. Нет. Да почему? Вы не наши, у вас шерсти нет. А ты глазастый. Вообще, моя жопа вполне можно считать вашим представителем. Пойдет? Ну, еще хотели. Да ничего такого, просто мы бросаем вам вызов. Похуй. Ой, не, думаю, отказаться у вас не получится, ведь мы знаем секреты ваших игр, ставим на кон все наше государство. Да похуй нам, мы почти в киберпанке, нахер на ваши средневековье. Блин, тогда получается битва лолей, что ли, не будет? Ладно, нам надо подумать, через неделю мы ответим да. Наши соседки сверху прислали кучу коробок, но ее не было дома. Я боюсь представить, что там внутри. Магические артефакты. А нет ли там таких артефактов, которые можно тебе в жопу запихать? А кому тащить эти коробки? Правильно, Юти тащить эти коробки. А что у Рики с глазом? И этот глаз способен... Шшш, когда я ем, я глухонем. Юмеха, не надо носиться с этими чумпуду, бля! О чем едем? Эй, чум, better off for the track. We'll take it to the top, and that's the truth, truth hurts. Kurwa! Mordo! Pingwin! Bober, kurwa! Kurwa, Jezek! Kurwa, Uzik! Homik! Jaki kurwa fajny! Kurwa, rata! Хироката назначается библиотекаршей от нашего класса. Спасибо Ишике, что сделал все так, чтобы я стал старостой класса. Братан, а ты делаешь успехи? Мне кажется, пора переходить к следующей фазе. Что ты имеешь в виду? Тагаши, нам нужно на большой перемене в кабинет химии сходить. Раз, два, три, четыре, пять. Абсолютно поим. Ну и в чем был смысл этой просьбы? Я рыбли! Talking to myself. Will I see again?
таки сейчас и выясню. Что? Куда он пропал? Кто? Брат. Фильм? Да нет, мой брат, Сора. Рэм? Блять, Стив, закрой хлебал, или я с тобой на девственность сыграю, ты знаешь, кто выиграет. Внимание, анекдот. Нихуя себе, блядь. Ты въебал, блядь. Не напомнишь, а почему мы с тобой встречаемся? Вилка! Хуилка! Mr. Sandman.